Лейтенант полиции Сергей Климушкин с автомобилем «Лада Веста» уже знаком. Такую же машину он приобрел для личного пользования. И вот теперь «Весту» ему вручают для несения службы. Инспектор ДПС уверен в надежности автомобиля. «Веста», я вам могу сказать, то, что машина очень хорошая. То есть в управлении она очень... И, то есть надежная машина, так как у меня самого тоже «Веста» я управлял. То есть знаю, данная машина надежна. Будем на ней служить. Всего 50 автомобилей для ГИБДД, причем большая часть производства АвтоВАЗа. Все машины со спецоснащением, и уже сегодня они приступили к дежурству на дорогах Самарской области. Они отвечают всем требованиям, которые относятся к патрульным автомобилям. Большинство из них осуществлено необходимыми приборами для несения службы, в том числе инспекторами ДПС. Я считаю, что это достойный вклад области в дело обеспечения безопасности дорожного движения. Сертификат начальнику областного главка вручил губернатор Николай Меркушкин. Техника приобретена в рамках областной целевой программы повышения безопасности дорожного движения. Из областной казны на это выделено 57 миллионов рублей. По словам главы региона, работу по техническому переоснащению службы необходимо продолжать, чтобы у инспекторов были все условия для борьбы с преступностью и обеспечения порядка на дорогах. Пожелать, чтобы эта техника активно использовалась, у вас повышалась эффективность вашей работы. Большая значительная часть этой техники производства наша, Самарской области, автозавода, АвтоВАЗа. На мой взгляд, машина хорошая, мне приходится в Москве ездить на «Весте». Самарский регион готовится к событию всемирного значения. В 2018 году в городе пройдут игры чемпионата мира по футболу. И у полицейских особо важная задача, чтобы все прошло без чрезвычайных происшествий и на улицах, и на дорогах. И накануне, так сказать, 2018 года наших больших событий с футболом, мы должны укреплять бренд Самарской области, и полиция должна быть представлена в ее внешнем облике в том числе. Поэтому мы благодарим правительство, губернатора за ту большую работу, которая сегодня проводится. Автопарк Самарской области регулярно пополняется. На маршруты выходит современный общественный транспорт. Недавно были приобретены новые школьные автобусы и машины скорой помощи. Но чтобы все это работало в штатном режиме, безопасность на дорогах – вопрос первостепенной важности. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События.